Зайшли 100 морпіхів, а вийшли 50. Про чергові втрати кацапи скаржаться своїм дружинам. Останні ж радять своїм солдатикам впасти з танку, щоб потрапити в госпіталь і швидше повернутися додому. Чергові перехоплення телефонних розмов російських військових оприлюднила українська розвідка. Слухаємо. Упади с танка. Упади? Да. Выхода нет. Выхода там будет до сентября. Ну, уже до сентября? Да. Полгода вы уехали, вас никто менять не будет. Понятно, что... Потому что все отказываются. Сюда поедет. Ну вот один вариант. Ногу, конечно, себе стрелять не надо, потому что это вообще получится. Не, ну можно ранение получить. Нахуя ранение, когда можно он упал нечаянно. Снимали? Взяли позавчера. У нас 9 300-х. Заходил еще, как они, морпехи заходили и, ну, и оттянцы эти. Короче, блядь, морпехов, 100, ну, около 100 человек заходило, вышло всего 50. А этих заходило 80, вышло где-то около 20. Бат, ебанаться. Говорит, короче, в каждые подвалы, говорит, закидывайте гранаты, нахуй, блядь. Похуй, говорит, не глядя, нахуй. Пацаны, блядь, нахуй, блядь. Ну, хорошо, не стали закидывать, нахуй. Туда зашли, там 4 ребенка сидят. Маленьких? Да.